Мне просто, ну, блин, я хочу просто именно Морвиндом заниматься программированием там ночью, комендантский час наступает, ты идешь, если идешь по городу, по Сейданину, маленький городок, он, кстати, очень темный ночью, там нифига не видно, на тебя нападают зомби, которые являются сами по себе черными таким цветом, которых хрен различишь, или каким-нибудь устрашающим цветом во тьме светящимся там. Они озвучить их как-нибудь жутко, чтобы такой низкий такой был гул какой-нибудь издавали они. Это вообще прикольно было бы. Я бы еще сделал летающего зомби, который подлетает, как сова, хватает человека и взлетает вместе с ним. Это было бы офигенно просто. И нужно, конечно, сделать, чтобы респавнились. Ну, точнее, чтобы респавнивались, именно гнездились пауки, грязевые крабы. Там есть скорпионы, они очень быстрые. Они очень быстрые, ты от них не убежишь. Они редкие, но я сделал их в Сейданине. По крайней мере, одного точно. Я бы сделал там летающих всяких насекомых. Я бы сделал, чтобы заниматься земледелием. И затем постепенно как-то выбираться оттуда при помощи зелий левитации и разных таких вот интересных квестов. Там, в общем, такую тему я сделал, что если добраться кое-как до Гнисиса, там, где вот тут блоха, и направо и пойти вдоль побережья, там будет подводная шахта, туда спуститься, ну, двери деревянные под водой, туда пройти, дойти до древних двемерских помещений, оно одно там, погибшие роботы из прошлой цивилизации, кстати, офигенно сделали. Там я сделал доспехи бога, в общем, ну, грубо говоря. Они так не называются, они называются редкие, там, каждый доспех я называл редкий, и там дальше стандартное название эбонитового доспеха. Они сделаны, они очень огромной зачаровательной силой обладают и очень мощными заклинаниями на постоянной основе обладают. В общем, можно сказать, непобедимым становится. Но я хочу сделать это продуманный, хороший такой мир. Там просто вот в этой версии, даже которая самое навороченное. Там все равно бегаешь и пустота какая-то. Пустые персонажи. Ну, как бы я уже это говорил. Мне вот это не нравится, хочу это исправить.